Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы приехали на участок, чтобы завершить работы по подготовке сада к зиме. Мы сегодня закрываем розы. Соорудили прочные каркасы из деревянных досок для того, чтобы наши розочки, которые мы посадили в этом сезоне, и те, которые растут уже на протяжении нескольких лет в нашей цветниковой зоне, не сложились под мощным снеговым покровом. Так уже бывало не раз, поэтому мы перестраховываемся. Да, сегодня работать, конечно, не уютно, неприглядно, сыро, пасмурно, но мы вспоминаем с благодарностью ушедший сезон. Сегодня здесь серый некрасиво, но буквально пару месяцев назад наша цветниковая зона играла всеми красками радуги. Какие красивые декоративные растения с мощной, красивой, сочной, разнообразной окраской листвы нас радовали в течение всего сезона. Начиная буквально с набухания почки, раскрываясь, они радовали нас. А потом мы высадили рассаду однолетних декоративных растений, выращенную своими руками, буквально семечко, петуния. Посмотрите, какие красивые цветы выросли у нас ковром буквально в открытом грунте, в том числе и в подвесных корзинах, тоже были выше всех похвал. Каждый год мы меняем разнообразие сортовое и различные гибриды высаживаем, меняя оттенки от сезона к сезону, и получаем превосходный результат. Очень порадовали в этом году и гортензии. Красивые, пышные шапки они сформировали благодаря правильным подкормкам с адресным удобрением, которое идеально подходит именно для этой культуры. Красивые луковичные культуры радовали нас на старте, но это можно долго перечислять, какие цветы у нас росли в сезоне. Я хочу сказать, что такого шикарного результата мы добились благодаря тому, что, начиная с посева и выращивания рассады, а в том числе, если говорить об уходе за многолетними растениями, начиная от их пробуждения весной, мы их за ручку буквально вели с витаминами для растений, аминосил в том числе, грамотно подкармливая их на старте, в процессе вегетации, особенно сделали акцент во время бутонизации цветения и получили шикарный результат. Скажем еще раз спасибо производителям за такую подмогу. Ну а сейчас я перемещаюсь в теплицу, где хочу вам показать еще кое-что интересное. Вот они, мои помощники, витамины для растений аминосилов. С ними в том числе я вырастила вот эти потрясающие хризантемы мультифлора, которые все еще яркими красками радуют нас в конце ноября. Посмотрите, я сегодня провела ревизию своих хамянчих запасов. И из этого разнообразия, которым пользовалась в течение сезона, я забираю с собой вот такие гранулы аминосил для работы в домашнем зимнем огороде. Буду выращивать огурчики, перцы сладкие, томаты и зелень на подоконнике в городской квартире. Обязательно забираю концентрат витамин для растений, аминосил для цветов и комнатных растений. С ними приведу в порядок свои посадки. И, конечно же, буду брать черенки новых цветочных растений для того, чтобы размножить для фитостина. Об этом обязательно расскажу в наших следующих программах. Ну и, конечно же, сегодня составлю список, чего мне не хватает для нового сезона. Те наши зрители, которые доверились нам, нашим советам и нашим рекомендациям, вместе с нами получили уже второй сезон прекрасный урожай овощных культур, зеленых, украсили свой сад красивыми декоративно-листными растениями, в том числе яркими цветами. И сейчас есть шикарная возможность пополнить свои запасы того, что вам понравилось использовать уже в этом сезоне, и попробовать новинки от витаминов для растений аминосил, то есть всю группу линейки, все продукты из этой группы линейки сейчас можно заказать по беспрецедентной скидке в 40%. В ближайшее время с 22 ноября по 26 ноября всего 5 дней на маркетплейсах, в том числе на Wildberries, будет проходить Черная пятница. Акция, в результате которой вы можете хорошо сэкономить, приобретя витамины для растений аминосил в ассортименте или то, что вам понравилось. Хочу сказать, что если вы закажете на сумму покупки от 3000 рублей, вы получаете годовой запас аминосил. Всего будет разыграно 10 таких комплектов. 10 счастливчиков, готовьте, скорее делайте заказ. Если вы сделаете заказ свыше 5000 рублей, то поможете пополнить свой бюджет на сумму до 50 тысяч, тоже будут разыграны такие денежные призы. А еще, если вы поделитесь этой ценной информацией со своими друзьями, то вас ждет уникальный приз от производителя. Но об этом нужно подробнее узнать, перейдя по ссылке, которую мы размещаем в конце нашего ролика в описании. Я хочу сказать спасибо большое вот таким продуманным комплексам витаминов, которые помогают укрепить иммунитет растений. Начиная с семечка буквально, когда мы начинаем обрабатывать семена, выращивать товарную, крепкую, шикарную рассаду, потом перемещаем ее уже на постоянное место роста и наслаждаемся результатом. На самом деле, несколько подкормок в течение сезона и гарантированный результат ждет нас без особых затрат, как говорится, и лишнего труда.
сами витамины сделают все за нас. А самое главное, если еще и погода не подкачает, то результат будет выше всех похвал. Переходите по ссылочке, участвуйте в розыгрыше и пополняйте свои запасы. И самое главное, пробуйте новинки. Благодаря этому мы с вами всегда будем, как говорится, на высоте. И наши растения будут самыми красивыми и вкусными.